ранил человека и спустя почти полгода получил свой пистолет обратно. Это о нардепе от Народного фронта Сергея Пашунском. Генпрокуратура вернула ему наградной ГЛОК, из которого он стрелял в Вячеслава Химикуса. В ГПУ говорят, вернули оружие, потому что дело закрыто. Тем временем защита пострадавшего уже подала иск в Европейский суд по правам человека. Європейський суд визначив цю справу як пріоритетну, тому чекати на рішення в цій справі можна впродовж року. Перед Європейським судом ми доводимо про те, що слідство було упередженим і працювало в інтересах Сергія Пашинського. Про це свідчить дуже багато фактів. І сподіваємось, що суд констатує порушення, які були допущені правовою системою України під час розслідування цієї справи. Напомню, конфликт между Пашинским и Химикусом произошел накануне Нового года. Нардеп выстрелил из наградного пистолета в ногу безоружному человеку. Во время допросов Пашинский постоянно путался в показаниях. То он якобы оборонялся, стреляя лежа, то вдруг вспомнил, что открыл огонь стоя. Следствие продолжалось полгода, но в итоге в ГПУ пришли к выводу, что нардеп действовал в целях самообороны. И уголовное дело закрыли.